よ、史上最強サイボンクロちゃんまたまた登場、ミックマタタビコ太郎コンパラミー、パワフルクロちゃん、いってみよう。あっちもこっちもトラブルブルブルグルグルヤー、グルグルヤー、完全無欠のパワフルブルブル、グルグルハー、グルグルマー、あっちもこっちもトラブルブルブルグルグルヤー、グルグルヤー、ネコネコクロちゃんパワフルブルブル、かっちょいい、ヘイゴー、今日もまたまたしそう、結構ネコこれなかなか強いぞ、ヘイヨー、せーのでこけてご愛嬌、戦闘はクロちゃん、あいよー、正義のパンチ、セイホー、もう一丁キック、セイホー、ピープー、アーユーレディ、ゴー、オーライ、もう一回クロちゃん、今日も無敵、ゴー、オーライ、だからみんなも、だからみんなも、なんか寂しい時、なんか困った時、やつの名前を呼んでみよう。だけど、あっちもこっちもトラブルブルブル、グルグルヤー、グルグルニャー、完全無欠のパワフルブルブル、グルグルハー、グルグルマー、あっちもこっちもトラブルブルブル、グルグルヤー、グルグルニャー、ネコネコクロちゃんパワフルブルブル、グルグルハー、グルグルマー、いつでもどこでも笑ってスルスル、グルグルヤー、グルグルニャー、涙を拭いてもちょっぴりうるうる、グルグルハー、グルグルマー、でも明日に向かって全身あるのみ、くる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 、ネコクロちゃん発進だ。В районе появился подозрительный мужчина. Пожалуйста, закройте дверь и не выходите на улицу. Боже мой, милая, мир очень страшен. Повторяем, в районе появился подозрительный мужчина. Держите двери закрытыми и старайтесь не выходить на улицу. Сегодня столько странных людей. Эй, Куро, что такое? Ты в плохом настроении? Странные глаза. Эй, девочка, быстрее иди домой. В районе появился подозрительный человек. Где доктор Го? Очень странно. Что? Появился кто-то по-настоящему опасный? Будьте осторожны, когда встречаете таких людей. Планы по завоеванию мира реализуются? Что у тебя общего с доктором Го? Ты кто вообще? Кто ты? Большие проблемы. Говорят, в округе ходит незнакомец. Незнакомец? Да-да, надо запереть двери. Хорошо, закрывай. Это же голос. Это я. Мы так и знали. Вот они. Армия мяу-мяу. Доктор Го, мы искали вас. Вы? И я. Я вас тоже искал. Вы говорите настоящую правду? Да. Я вас ищу с драки в супермаркете Дио. Супермаркет Дио? Это было до нашей с тобой встречи. Я там с Куро дрался. Куро разрушил здание и похоронил их под обломками. Ми и я. Мы вас неделю искали в обломках. Номер два. Номер три, где вы? Номер четыре, номер пять. Но так никого и не нашли.
Понятно, док. Нас унесли вместе с обломками. Когда мы очнулись, то поняли, что нас кинули в какое-то странное место. Мы очень сильно расстроились. Мы избавились от мысли, что это ты нас выкинул, и решили вернуться сюда. Но ты был на базе, и мы начали наши поиски. Мы замаскировались под девочку, чтобы не привлекать к себе внимание. И каждую ночь искали тебя. Никто нам не мешал, но мы были готовы и драться. Но нас часто преследовали. И очень часто нападали. Нам приходилось защищаться. И они пришли ко мне, а я привел их сюда. Понятно. Вам многое пришлось пережить. Всем вам. Ты прав, док. Давай забудем прошлое и займемся завоеванием мира. Все вместе. Мяу-мяу! Что? Завоевание мира? Что делать, Ми? Что ты говоришь, док? Завоевание мира? Ну, я не уверен. Что ты сказал? Док, успокойся, номер 4. Давайте сначала поговорим. Док, подумай о прошлом. Нашем прошлом? Да, о том, как мы жили у реки. Что это? Что? Вот он. Уходи отсюда. Кто тебе разрешил здесь жить? Еще? Ты, похоже, ставишь опыты над беззащитными животными. Кто? Кто это сказал? Стыдно. Убирайся. Да, пошел вон. Стой. Все слушайте. Доктор заботится о больных и раненых котятах. И я тоже. Я бы умер, если б не доктор. Это он, опасный говорящий кот. Я знаю, эти коты тоже такими станут. Это точно. Такими же, как он. Гори в аду, ты дьявол. Стойте! Док не тот, как вы о нем думаете. Док, сегодня нам повезло. Здесь полно еды. Ешь, док. Док, не забывай о том, что я всегда буду с тобой, что бы ни случилось. Ми, смотри, как много. Все будут счастливы. Пойдем. Всем привет! Время обеда! Все, я вас 3 раза предупреждал. Дураки! Там внутри котята! Док! Вот так мы 4 и выжили, и превратились в роботов. Да, так и было. Тогда ты сказал, в мире есть стены. Стены между бедными и богатыми. Стены между нациями. Между котами и людьми. И слабые будут всегда страдать. Есть только один способ существовать в этом гнилом мире — завоевать его. Если люди вокруг нас строят стену, мы ее разрушим. Мяу-мяу! Вперед, элитная армия роботов! Мяу-мяу!
Армия! Да, так и было. Ты так и сказал, но... Что но? Что теперь? Прекрати! И ты тоже. Ты был лидером армии Мяу-Мяу. Ты все время был с ним. Я только исполняю желание Дока. И все. Почему, Док? Я говорю, почему? Ну, это его вина? Почему моя? Это ты хотел завоевать мир? Или что там еще? Почему? Почему ты ничего не говоришь, даже когда тебя приперли? Что ты делаешь? Забирай его с собой, сделаю его нормальным. Отдай мне доктора, ты негодяй! Забери его, если можешь драться. Я сказал, все чисто. Враг доктора – мой враг. Вот и все. Теперь ты похож на лидера армии Мяу-Мяу. Номер 3. Бери, Ми. Есть. А я возьму Куро. Что? Я не могу забыть о случае в супермаркете Диу. Все из-за тебя. Все изменилось с твоим появлением. Звучит смешно. Я тебя возьму. Вернулась прошлое доктора Го. Сильная армия Мяу-Мяу. Что станет с доктором Го? Смотрите вторую половину. И куда вы меня планируете утащить? Туда, куда надо. Ты для нас очень важен. Я серьезно. Я много говорил, но на самом деле, док, ты нам очень нужен. А вам все еще нужна моя сила? Завоевать мир легко. Сначала мы создадим больше членов армии, а потом завоюем. Завоюем Токио, потом Осаку, потом Нагою и весь мир. И мы будем править. Только мы. Но вас всего четверо. Да, но ты сделаешь еще, док. Правда? Сколько? Ну, для начала 1000 миллионов. Это слишком много. Вот здесь хорошо. Что? Чтобы наблюдать, как мы, армия Мяу-Мяу, деремся. О да. Ты сделал этого Куро? Ну что, номер 3, давай. Боишься? Убегать бессмысленно. Подожди минуту. Секундочку только. Что ты делаешь? Не сейчас. Пока не видно. Секунду. Все, я готов. Давай. Что это еще? Я так медитирую. Теперь я спокоен. Правда, я хорош? Да, секунду. Так, давай. Где ты это купил? Ты хочешь быть на меня похожим? Не скажу. Такое лицо смешное. Не говори смешное. Так. Получай. Очень плохо. В нем ничего, кроме ваты. Я знаю, смешная мордашка. Смешная? Я просил не говорить так. Твоя тоже не модная. Панды больше не в моде. И ты не модный. А я? Подеремся? Ребенок.
Ладно. Иди сюда, Леш. Какой еще Леш? Теперь двое против двоих, на равных. Эй, Леш, не дурачься. Иди сюда, Данг. Что ты делаешь? Данг, это враг. Леш, принеси пули. Когда я там спрячусь, избавься от этой машины с пулями. И он больше не сможет пользоваться ружьем. Что ты говоришь? Это оружие? Да кому важны названия? Оно на нас нападает. Что? Что еще? Посмотри на них, Леш. Это конец. Давай пули, Леш. Нет, Леш, подожди. Подожди, давай забудем о двух против двух. Давай драться один на один. Только один на один. Давай развлечемся. Армия мяу-мяу. Получай, получай. Вот так. Последний удар. Еще разок, получай. Кура превосходит себя. Это потому, что ты ему доверил завоевание мира? У меня не было другого выхода. И уми. Очень похоже на то, как кура дерется. Похоже, мы проигрываем. Ты думаешь, я это признаю? Никогда! Хватит двигаться! Сдаетесь? Контратака. Забавная мордашка. Пока. Я проиграл. Поддельная панда. Что ты сказал? Я сказал, поддельная панда. Ты меня с ума свести хочешь? У настоящей панды хвост белый. Хвост панды белый? Не черный, мой хвост. Боже мой. Это значит, я не настоящая панда. Сдавайся. Это слишком. Куро, смотри. Этот парень ничего не может без Леша. Тупой Леш. Мы проиграли. Таким тупицам, как они. Может, тогда меня отпустите? Да, сейчас. Надо бежать. Даже если вы завоюете мир, вы только построите новую стену. Я это только что понял. Почему Куру запугивает меня и Ми, забыв о мире? Да потому что он не правит и никому не подчиняется. Вот и все.
У него нет стены. Он живет, как хочет. Вот в чем правда. Я все это понял из сегодняшнего случая. Ты идиот. Ты опять обо мне плохо говоришь. Совсем чуть-чуть. Все поняли? Док и все остальные. На сегодня мы отступаем, но не забудьте, нас создали, чтобы мстить людям. Да, док? И сейчас нет смысла это отрицать. Извините, но я... Все просто поверьте мне. Пожалуйста. Поверьте мне. Достаточно, док. Счастливо. Док. Номер один. Когда я завоюю мир, то вернусь к тебе. Пошли. За мной! Мяу-мяу-мяу! Мяу-мяу! Армия! Армия! Мяу-мяу, армия! Мяу-мяу, армия! Я за них отвечаю. Я. Не притворяйся, что ты серьезно. Я знаю, что ты это скоро забудешь. Мне нравится этот голос. Да. Итак, схватка с армией Мяу-Мяу закончена. Но пока есть кто-то, кто мечтает завоевать мир, и пока в мире есть зло, борьба робота Куру так и будет продолжаться. Увидимся в следующей серии. Чуть-чуть.